Доброе утро. В эфире программа «Завтрак у Женины». С вами я, Елена Женина, а гость моей сегодняшней программы Алексей Гусев. Здравствуйте, Алексей. Давидчи лаборатории исследования поведения F2F Group и Михаил Баев, руководитель проектов компании F2F Group. Доброе утро. И говорить мы сегодня будем о том, как с помощью искусственного интеллекта определить ложь. Что это за программа, как она работает, кому она нужна и как ее можно использовать в повседневной жизни. Рассказывайте. Да, Лен, говорить то, что мы создаем какие-то системы искусственного интеллекта, наверное, в строгом смысле нельзя, но, естественно, мы стремимся и в этих рамках работаем. То есть в каких рамках? Стараемся создавать программное обеспечение. Не это, конечно, ключевое слово, а технологии современные, психологические, которые основаны на уподобление компьютерной программы опытному эксперту, психологу, психиатру, судебно-психологическому эксперту. Вот чем мы занимаемся. И основная наша задача и как ученых, и как прикладников, это же чисто прикладные исследования, конечно, ориентированные на практику, состоит в том, чтобы по поведению человека, который мы можем объективно зарегистрировать, оценить недостоверность, неискренность его при ответе на вопросы, при обсуждении темы, при приеме на работу, в кадровом интервью, когда он хочет вольно или невольно, и очень часто невольно, что-то скрыть, когда проявляются моменты эмоционального напряжения, стресса информационного. Мои коллеги-психологи, я чистый психолог, создают разного рода тесты, опросники, но они не берут эту задачу вовсе, потому что социальная желательность очень высокая, и никакой человек о себе плохо рассказывать не будет. А какова вероятность ошибки при таком тесте? Конечно, каждый тест имеет свои области допустимых применений, и, наверное, самый строгий сейчас тест, если мы хотим оценить человека на технологию, на предмет лжи, это, конечно, полиграф. Но только нужно не забывать, полиграф с очень квалифицированным полиграфологом, которых мало во всех странах. И в нашей, и в других. Вот. Но я вот читала, извините, что я вас понимаю, что его вполне можно обмануть, и существуют определенные техники, с помощью которых можно натренироваться и обойти вот эти абсолютно и точно. Психолога, и самопарат. Абсолютно точно. Конечно же, эти методы рассчитаны на обычных людей, и всегда можно создать антитехнологию, и мои коллеги-психофизиологи говорят, что 8-10 сеансов и лай-детектор не заметит ничего. Это правда, обычный лай-детектор. Но когда мы говорим о обычных людей, вот сектор массовых задач, когда нужно отобрать 10 человек из 100 возможных, когда нужно детально проанализировать видеозапись в рамках судебно-психологической экспертизы. Вот эти задачи сейчас очень актуальны, помочь следствию. Задача стоит исследование обычных людей. Обычные люди, как правило, не имеют таких навыков манипулирования голосом, манипулирования лицом, управления своими психофизиологическими функциями, давление, кожно-гальваническая реакция, частота сердечных сокращений. Обычно мы все прокалываемся на естественной реакции нашей нервной системы. Так вот, наш подход, он очень интересный. Во-первых, он новый. Мы с нашими израильскими коллегами, это компания Nemesisco, они давно уже лет 20 работают в разных странах, ну, конечно, как всегда, такие технологии родом из спецслужб, они разработали уникальную технологию анализа голоса человека. И голоса имеется в виду не речи, а вот вокальных характеристик живого голоса в живом общении. Это то, что я вас проходила. В тот момент, когда я отвечаю на какие-то вопросы, как я на них отвечаю, компьютер говорит, насколько это верно, да? Да, совершенно верно. Не то, что верно, а насколько выражены у вас элементы эмоциональной активации, скажем, эмоционального стресса и умственного напряжения. Насколько вы продумываете каждое слово, отвечая на вопрос, делая невозмутимое лицо.
Uh-huh. Вот. И логика здесь очень простая, наверное, любой человек, кто слушает, сейчас меня поймет. Что такое голос? Это активация, реализация своих функций голосового аппарата, то есть голосовых мышц. А теперь надо задать вопрос, а кто регулирует голосовые мышцы? Ну, мозг, естественно. Мозг и все наше сознание, да. И наша психология, и наш предыдущий опыт. Поэтому мы приходим к тому, что у нас многоуровневая, многослойная регуляция. От тонических характеристик голоса, да, до смыслового влияния, угу, того контента, который хочет человек передать своему собеседнику. И вот оказалось, что за 20 лет наши коллеги много чего набрали и доказали, что есть информативные параметры голоса, которые на слух не чувствует никакой эксперт. Это очень маленькие промежутки времени. 3, 5, 7 миллисекунд, то есть тысячные секунды. Человек не реагирует на это, а компьютер реагирует. И вот, набирая статистику, проводя экспериментальные исследования на полиграфе, в клинике, угу, в спецслужбах, в обычной жизни, анализируя телефонные разговоры, психологи и айтишники разработали такую технологию, которая нечувствительна к языку, нечувствительна к той ситуации, в которой человек говорит, но она чувствительна к состоянию к человека. К вибрациям голоса. Да. Вот эти микровибрации голоса, напряжение, расслабление, угу, замедление. На самом деле, таких параметров много было, особенно в авиационной космической медицине и психологии. Но вот они достигли такого уровня, когда научились выявлять напряжение эмоциональное, интеллектуальное, uh-huh, и очень четко фиксировать ложь, причем с вероятностью, приближенную к хорошему полиграфическому исследованию. Но это автоматически, полностью автоматическая технология. И она не требует, только в редких случаях, скажем так, требует квалифицированного психолога или HR-специалиста, или медика. Вот. И хорошо берутся какие состояния? Вот я несколько образно скажу, когда человек знает, что он обманывает, он хочет обмануть, угу, и у него есть мотив, например, сказать что-то о своем образовании и жизненном опыте при приеме на работу, чего не было, угу, скрыть, чтобы приукрасить что-то, себя, приукрасить, да? Наоборот, скрыть, например, отсутствие каких-то коммуникативных способностей, мелкие кражи, проблемы с алкоголем в прошлом и настоящем, кражи, элементы сговора на прошлой работе, угу, ну, контрабанда, наркотики и дальше по списку. Вот. А в реальной жизни, когда мы принимаем обычных людей, которые не алкоголики, не наркоманы, которым нечего скрывать, да, это напряжение по поводу некоторых, скажем, профессионально важных компетенций, проблемы с общением, проблемы с лояльностью компании, вот, мелкая ложь по мелочам и повсеместно в жизни, мелкое воровство на рабочем месте. Вот такие штучки этот метод очень оживляет. Алексей, у меня такой вопрос. Поскольку эта программа реагирует на голос, на интонации голоса, угу, да, соответственно, она может среагировать на то, в чем человек не уверен. А не уверен он может быть по причине не того, что у него недостаточно каких-то компетенций в той области, в которой он хочет работать, а не уверен просто сам по себе, по жизни. Да, Лен, бывают такие сомневающиеся точно, люди. Абсолютно точно, поэтому здесь метафора, может быть, воронки похожие. Угу. Мы отсеиваем с помощью этого теста людей, у которых есть какие-то сомнения, знаковые проблемы, угу, сомнения. А дальше, естественно, специалист кадровой службы, медик, сотрудник службы безопасности, он должен разбираться. То есть все равно без человеческого фактора не обойтись. Конечно. В любом случае, человек – это конечное звено, которое определяет. Да. Безусловно, конечно, качественный анализ здесь нужен. Ну вот мы, когда, если вы нам зададите вопросы о каких-то кейсах, очень хорошо рассказывать на каких-то примерах, а что берется и что не берется. Мы сейчас об этом обязательно, ага, расскажем. Вот, а вот смотря на Мишу, вот почему вы очень важный вопрос задали, а когда технология не работает? Никакая технология 100% не работает, и такую технологию создать даже великие ученые не могут. Я думаю, но да, если мы будем работать по
принципу дополнительности, изучать поведение человека всесторонне. Ведь экспрессивное поведение человека не только в голосе, не столько в голосе, например, эмоциональной экспрессии. И тогда мы в сомнительных случаях включаем следующую нашу технологию – анализ, автоматический анализ эмоций на лице человека. Насколько они истинные и ложные, насколько они интенсивные, насколько человек склонен к маньеризмам. И вот тогда-то вот мы сможем уже приближаться к 95-98%. И третий уровень вот наш, чтобы все знали, чем мы занимаемся, мы еще занимаемся, как и профайлеры опытные, анализом поведения человека, движений выразительных, голова, губы, глаза, руки, ноги, позы, жесты. Это очень важные параметры поведения человека, поскольку мы же привыкли вести себя привычным образом в характерных ситуациях. И тогда вот эти поглаживания, жесты-иллюстраторы, жесты-успокаивающие, сглатывание, попытка потянуться к несуществующему стакану с водой, они очень выдают какое-то волнение, да? Вот это третий уровень наших разработок, третье направление наших исследований, то есть голос, лицо и поведение. Поведенческий фактор. Патомимика. А определяет эта программа или психолог уже? Первое и второе мы уже научились делать. Если первое полностью автоматическая и дистанционная процедура, это можно делать даже через интернет. С эмоциями мы закончили первые два этапа. Очень надежно анализируем страх, гнев. И где-то, наверное, к концу апреля мы закончим с другими эмоциями. Но мы об этом, наверное, лучше Миша расскажет, поскольку он единственный в нашей стране фейс-кодер сертифицированный. Человек, который умеет своими глазами по методике известного нашего учителя Пола Экмана определять эмоции по лицу. А с пантомимикой мы надеемся разобраться в течение года-полутора. Но это более сложный вопрос. Это нужно контакт с судебно-психологическими экспертами, поскольку основные потребители, конечно, это они. Михаил, расскажите, пожалуйста, о второй части вашей программы, как она работает. Вторая часть нашей программы работает, вот как Алексей Николаевич сказал, онлайн, пока мы ее через интернет делать не можем, но мы работаем частью в автоматизированном режиме с использованием имеющегося у нас программного обеспечения VCAR Vision, и мы ведем разработки собственного программного обеспечения, которое, скажем так, более точно определяет эмоции именно в аспекте детекции лжи. Дело в том, что те имеющиеся технологии, которые у нас есть, позволяют великолепно работать в нейромаркетинге. То есть мы можем взять группу респондентов, мы можем предъявить им определенные стимулы, мы можем сравнить реакции, абсолютно точно увидеть, где, связь. Как. Вот то, что в лаборатории я вам показывал. Да, я помню, это было очень интересно. Но для этого необходим видеоконтент. Для этого необходим видеоконтент. Для этого необходим видеоконтент. Если в ситуации использования анализа выражения лица в детекции лжи, нам нужно определять более точно. Поэтому, как вот Алексей Николаевич сказал, мы используем своеобразную такую вот прокладку. Мы используем то, что разработал наш учитель всех, Пол Экман, Facial Action Coding System, систему кодирования движений лица. Изначально кодируя лицо в двигательных единицах FACS, то есть объективно его описывая, и далее потом делая на этом основании выводы. Что это было? Эмоция это была. Сознательно она возникла. Неосознанно эта эмоция возникла. Просто человек создал эмблему эмоций, чтобы показать нам какие-то... усилить какую-то свою фразу. И почему мы стали этим заниматься? Чисто научная проблема изначально, которая появилась, проблема упрощения. То есть, когда Экман разрабатывал свою систему кодирования движения лица, он и, наверное, я тут скажу, он и не думал, насколько обыватель упростит его учение. То есть, есть 7 базовых эмоций, и все. И мы в этом дискурсе оперируем. На самом деле все гораздо сложнее.
Любую эмоцию мы должны оценить, насколько она является естественной, насколько она является неестественной, насколько она связана с речевым высказыванием человека. И это представляет собой сложную и программную, и научную, и экспертную задачу. А как вы учились оценивать это? Ну, я этим занимаюсь... Уже я по образованию психиатр, анализом эмоций, объективным анализом выражений лица я занимаюсь более 10 лет. То есть я сам обучался системе кодирования движений лица, потом проходил дополнительные семинары и в Экман Групп, и у Эрики Розенберг, то есть которые Экман оставил, ну, скажем так, главный наблюдающий за наследием ФАКС. Вот. И, соответственно, сейчас мы занимаемся научно-исследовательской и экспертной работой в face-to-face group нашей компании. То есть это такой многолетний опыт, вот как у психотерапевтов, освоение кодирования, освоение интерпретации, тесты на быстроту, на точность оценки. Я попробовал проходить, но я там вообще в 20% правильных ответов пока не попадаю. То есть такая тяжелая работа через интернет, а потом ты ездишь, даешь экзамен. Ну, если бы это было просто, наверное, фейс-кодеров у нас тоже было бы много. Вот, к сожалению, не все доходят до конца, хотя есть очень опытные люди, которые хорошо считывают эмоции. Да. А фейс-кодер – это опыт? Это знание? Это знание, опыт. Но его все равно нужно нарабатывать. Да. В любом случае. Да, абсолютно точно. Да. И вот мне очень сначала не понравилось, как вы назвали передачу, а потом подумал, надо же, а по сути-то это правильно. Ведь чем мы занимаемся? Мы хотим создать информационную компьютерную систему, которая моделирует деятельность Михаила Степановича Баева. Да, его восприятие, я вот не скрываю, что он у нас как образец, как фейс-кодер, поскольку он представляет, что такое культура оценки эмоций в современной мировой психологии. Вот я как психолог в этом не очень хорошо разбираюсь, хотя, конечно, по сравнению с неспециалистами в достаточной степени. Но Михаил очень глубокий специалист, и мы взяли его как вот объект, относительно которого мы будем обучать нашу компьютерную программу. Вот так именно. То есть исходя из того, что я увидела в вашей лаборатории, как раз вот у меня и возникла именно идея назвать программу именно так. Да, потому да, что, да, все, что вы делаете, несмотря на то, что это разные направления, для разных служб это необходимо, в основе лежит одно. Правду говорит человек или неправду? Подходит он к той деятельности, на которую рассматривается, или не подходит? Да, Елен, совершенно верно. И вот то, что вот ваш вклад в нашу работу, вот он очевиден для меня стал, думаю, а дальше-то мы чем будем? Нет, я не блефую, не красуюсь, то есть это вы подали идею, которая подспудно была. А дальше что? А дальше толковых коллег с ВМК, с Мехмата МГУ пригласим, наверное, через год к сотрудничеству, может быть, из питерского политеха, мы уже нашли референтную группу, и они будут создавать систему искусственного интеллекта, когда мы соберем соответствующий контент уже оценен. То есть я вам еще и направление задала. Да, да, абсолютно да, верно. Спасибо. То есть, спасибо. В этом направлении надо двигаться, потому что мы же не можем Михаил Степанович клонировать, не можем. Ну вот, значит, будем создавать компьютерную систему. А для кого вы создаете эту компьютерную систему? Кто будет являться основными потребителями? Вот по факту, по массе, по валу, как говорят, да, это, конечно, HR-службы, потому что у них очень большая проблема, особенно в крупных городах, Москва, Питер, Нью-Йорк, там Мехико, в Китае очень востребованная технология, они даже книжку уже вот такую выпустили про эти технологии. Вот. Большое количество людей хотят устроиться, у них отбор даже есть, и 1 к 1000 на массовой профессии. Кассир-контролер, водитель-экспедитор, то есть в очень больших странах массовый отбор. А у нас это вот, я пример приведу, не называю эту сеть, крупные торговые сети. Проблемы есть, воруют,
воруют, поступают и нечестно, и с этим большая текучка. Поэтому у них проблема отбирать людей приличных, более-менее приличных и имеющих хоть какой-то опыт и соответствующие качества человеческие. То есть это некий способ верификации, да, человека, верификации человека при приеме на работу. Второе, это, конечно, нейромаркетинг. Это сейчас особенно у нас Колтех позиционирует. Я не знаю, что они еще разработали, никогда не видел. Но то, что хотят они этим заниматься, я слышал на конференциях. Угу. Вот. Многие и в МГУ, и в Вышке этим делом занимаются. Создавать психофизиологические комплексы, которые оценивают реакции человека на какую-то продукцию. Это же очень выгодно. Не фокус-группу по 5, по 10 человек. Угу. Это уже расставляется по торговому залу. Да, совершенно верно. Или, значит, вы оцениваете интернет-магазин. Вы смотрите, двигаетесь по залам, по полкам, а тем временем анализируется ваше выражение лица, и вы еще вживую комментируете, вот репортаж даете. Так делается. Третье, конечно, служба безопасности. Потому что во всех крупных, как мне объяснили мои коллеги, я стал уже ходить на эти выставки последние годы, они узнают, естественно, как преподаватели меня бывшего. И я говорю, а что вы делаете в службе безопасности? Как занимаемся психологическим сопровождением оценивания персонала? Оказывается, раз в полгода во всех крупных сетях торговых, во всех крупных организациях, банковских структурах человек проходит ассессмент. Вот. И, естественно, за кем-то явные грешки, особенно сейчас всех интересует связь с коррупционными схемами, угу. откаты, сговор. В системах транспортной безопасности я прям услышал старые слова «контрабанда». Я думал, что с этим давно покончено. Да вы что? Теперь вот момент транспортной безопасности. Это оценивание, психофизиологическое оценивание сотрудников транспортной безопасности. Есть соответствующий приказ Минтранса. Угу. И вот мы соответствующей структуре, у нас компания такая есть, айтишная в Москве, мы предложили, давайте кроме стандартных психологических тестов, которые, кстати говоря, моя группа разработала, и все аэропорты нашей страны проходят по нашим тестам. Угу. Вот я говорю, давайте все-таки более объективную оценку, ведь наша жизнь же здоровье зависит от этого. Они вот сейчас думают, просто надо же приказ менять. Ну, конечно, безопасники во всех организациях. И вот последние годы во всем мире, уже несколько конференций, это судебно-психологическая экспертиза видео-аудиозаписей. Угу. Потому что нужны дополнительные доказательства, и делается это очень тяжело. Здесь очень большие... А у нас это регламентировано как-то законом? К сожалению, не очень. В основном на конференциях что я увидел? Ругань, зависть и по принципу, а ты кто такой? Ты кто такой, говорят психологи психиатрам, ты кто такой, психиатры говорят следователям, ну а мы, психологи, психофизиологи, говорим, ну а вы-то вообще в чем понимаете в этом? Вы вообще же механизмами не занимаетесь. Ну вот поэтому у нас вот постоянно такие сборки, разборки профессиональные идут, кто лучше оценивает, поскольку это деньги. И лучше и любому психиатру уже положить буквально на месяц, на два, на три человека на психиатрическую экспертизу и дать заключение на одну страничку. Как хорошо для бюджета любой психиатрической больницы. Ну, крупной, конечно. Но это я так. Это, конечно, высшего класса специалисты. У нас это Институт Сербского, ведущая организация. Но мы же не можем их клонировать. Угу. На местах. В Красноярске, в Казани, в Рязани. Должны быть люди, следователи, психологи, которые делают это оперативно. Вот последний случай, даже не буду называть ни город, угу. ни ведомство. 20 лет со времени убийства прошло, двойного, а оно не раскрыто. Но Михаил Степанович много там что увидел? Да. По лицу мы увидели резкое изменение эмоций у человека, который вообще не эмоционал. Мы вообще ни одной эмоции. Mm-hmm. Это вот в тот момент, когда вы накладываете маску на лицо. Я просто хочу, чтобы Михаил немножко подробнее рассказал, как это выглядит. Потому что мы с вами знаем, а зрители и слушатели об этом не знают. Вот. Мы анализировали трехчасовую беседу. Это не допрос. Mm-hmm. Он сам пришел, его попросили, он пришел и начал вспоминать. И вот когда дошли до некоторого эпизода,
у него изменилось лицо. А по лицу мы оценили частоту сердечных сокращений. В 1.5 раза у профессионального спортсмена возросла частота сердечных сокращений. Это не случайно. Что они будут с этим делать? Но мы дали им возможность коллегам, обратить на это внимание. Да, следователям, дознавателям. Ну, это следователи, конечно. Посмотрите, пожалуйста. Это не случайно. Говорит, да мы понимаем, не случайно. Нужно объективные показатели. Доказательства где, да. Как это выглядит, Михаил, расскажите. Ну, я, наверное, продолжу немножко Алексея Николаевича. Буквально два слова об экспертизе. Дело в том, что ситуация сложилась достаточно парадоксальная. То есть у нас нет, фактически нет единого дискурса, в котором мы говорим об анализе лица в аспекте судебной экспертизы. То есть все пишут, кто как, кому как нравится. И в итоге один не понимает другого, никто не понимает, о чем один пишет, как трактует, нет стандарта. Вот мы сейчас немножко начали разработку нашего стандарта, то есть общего, который, я надеюсь, будет Алексей Николаевич будет принят. Ну, это задача, конечно, следственных органов и в координации с медиками и с психологами. Это тяжело дается во всех странах, потому что. Ну, судья же не будет смотреть на наши бумажки и домыслы. Судье нужно... Они задают вопрос. Вот как мне коллеги из Следственного комитета, высококвалифицированнейшие вот мои коллеги. Даже удивляюсь, откуда там такая группа чудесная набралась в экспертном управлении. Вот. Они говорят, судья говорит, ну и что лицо? Откуда? Нейросеть у вас, что ли, это опознала? А мы теперь скажем, нет. У нас двигательная единица 14, 1 и 17, а это означает, что мышцы сокращаются. Он скажет нам, как бы, ну и что мышцы сокращаются. А 50 лет работы лаборатории Пола Экмана, когда я был на третьем курсе, он уже был Полом Экманом. Вот. Это во всем мире признано, а это уже факт. Это уже факт, что были такие-то эмоции, или была, например, эмоция неискренности, да? Вот, ну, Михаил Семенович, да, как это работает? Мы загружаем, мы используем видео, мы его загружаем в нашу программу, то, что мы смотрели в лаборатории. Программа выделяет лицо в видеопотоке, накладывает на него определенную группу точек, и на основании этих точек выделяет определенные двигательные единицы системы кодирования движения лица. И дает нам раскладку этих двигательных единиц во времени. И еще, кроме этого, она дает нам раскладку по эмоциям. То есть мы можем сравнивать реакцию человека на предъявленный стимул. То есть мы абсолютно точно знаем, когда был предъявлен стимул, когда был задан тот или иной вопрос, и мы смотрим реакцию. И программа нам показывает. То есть она как бы не только подтверждает, как бы это своеобразная вот такая вот квинтэссенция профессионального опыта, которая вшита в программное обеспечение. И что интересно, она показывает нам еще достаточно много параметров. Изменение направления взгляда и, вот как говорил Алексей Николаевич, показывает нам пульс человека. То есть мы можем достаточно точно зафиксировать частоту сердечных сокращений и ее изменения. По изменению цвета кожи. Да, вообще не подключая к человеку ни одного датчика. То, что человеческому глазу, по сути, незаметно. Нет. Ну, да, только очень опытные... психотерапевт это заметит. Но очень опытный психотерапевт наверняка не разглядит, изменился пульс или конечно, нет. Конечно, нет. То есть это посчитать невозможно, это может сделать только компьютер. И мы можем увидеть, фактически мы получаем раскладку на таймлайн по сочетанию изменений реакции на предъявленные стимулы. А как компьютер определяет пульс? Так называемое усиление по РГБ-каналам, то есть есть алгоритм специальный, по которому он определяет. Кожа раскладывается на R, красная, зеленая и синяя. Что такое учащение пульса? Это означает, что сосуды начинают интенсивно сокращаться. И на лице выделяется зона, где сосуды наиболее близко подходят к коже. Компьютер выделяет эту зону, делает фильтрацию в цветовом диапазоне и очень четко увидит, как пульсирует кожа. Мы тоже научились это делать с помощью нашего программиста. В рамках нашего проекта мы видим, как меняется пульс на руке. По взгляду это не определишь. На а компьютер определяет.
где угодно. То есть компьютер. И за кем в итоге остается последнее слово? За компьютером или за человеком? Последнее слово всегда за человеком. Анализируем ли мы голос, анализируем ли мы лицо, естественно. Искусственный интеллект искусственным интеллектом, но решает все-таки человек. Ну вот пример может быть. Заключение пишет человек. Наши коллеги из психофизиологи, один безопасник из одного из самых крупных оборонных заводов в нашей стране, он на слуху, сказали, а может быть мы внедрим, ну все-таки у нас режимное предприятие, нам тоже же важно, как ведут себя сотрудники некоторой службы. Ну и всех, ну, которые осуществляют безопасность в смысле прохода на предприятие, ну, мы их обучили, семинар провели, и все вахтеры по-старому прошли проверку. Смотрим, у одной женщины есть проблемы. Вот. Вот высокий уровень риска, общий показатель. Конечно, мы же не можем об этом ничего сказать, но мы видим, что это высоко достоверный показатель. Начали беседовать, рассказывал ли кому? Да нет, никому не рассказывал. Ну, может, только мужем и соседям. Вот, выпивать, да, конечно, никогда не выпиваем, но иногда день рождения, когда, ну, ночью же отмечаем, когда народа нет, ну... Вы имеете в виду на рабочем на месте? На работе, да? Да, на рабочем месте. Ну, все, вот это мы и поймали. Она об этом не хотела говорить, у нас у нее даже не было желания солгать, просто непроизвольно сказала, да нет, конечно, ни алкоголя нет, с алкоголем нет проблем, ни с доносительством третьим лицам о том, что происходит на работе, а оказалось потихонечку беседа профайлеровская, специально спланированная, показала, что есть такие случаи, ее предупредили, и она, в принципе, осталась довольна, что никаких мер не приняли. А по каким критериям составляется этот опросник для каждого индивидуально? Можно делать индивидуальный опросник. Делается это очень редко. Это не полиграфия, это все-таки это технология для массовых обследований. Там есть топики: алкоголь, подделка документов, частная жизнь, прошлый опыт, наркотики, связь с преступными группировками, образование, проблемы с коллегами, лояльность к руководству, желание, я просто основные топики, желание и возможность выполнять указания начальства, с которыми ты не согласен, но надо сделать. Такой есть момент. Мелкие кражи, ложь во благо психического здоровья коллег и коллектива, ложь во вред другим. Вот из таких топиков, из таких тем отдельных мы делаем опросников. Опросники специальные, ну, например, для кассира-контролера это прошлый опыт, где работал, где не работал, уволился или тебя уволили, проблема с алкоголем, с кражей, с наркотиками, в семье, вокруг тебя, вот такие, там может быть вопросов 10-12. А такой серьезный тест, который полгода, раз в полгода проводится для оценки персонала, ну, он уже где-то минут на 35-40, там 2-3 десятка вопросов самых разных. И об образовании, и о лидерских качествах. Вот. И обычно, если человек робкий, работает продажником на выезде, ну, конечно, у него же комплексы эти манифестируются в голосе. И тогда, естественно, кадровик ему говорит, ну, давайте мы вас все-таки на тренинг, у вас хорошие показатели, ну, что же вам за счет здоровья своего постоянно перемогаться-то? Ну, вот посылают на тренинг обычно таких людей. Помогает? Да, да, конечно. Как, то есть все-таки немножечко человека можно изменить и раскрепостить. Безусловно. А вот еще хороший случай, он такой описан вот нашим израильским коллегам, коллегой, безупречный сотрудник в Бразилии был, в полиции. Они всю бразильскую полицию исследовали. Вот. Но на наркотики, на вопрос про наркотики прям знаки. А человек безупречный. Брат.
лечился, долго вылечился, но вот проблемы. Вот это как эмоциональный комплекс, скрытые и скрываемые знания. По анкете-то все знают, что у него было, но он никак не замешан ни в какие дела с наркотиками. Но тем не менее эмоционально он на этот вопрос реагировал. Он переживал, его поддерживал, семью, детей поддерживал. Это очень важно. Вот в этом смысле нужен качественный анализ. А при массовом подборе персонала, я бы сказал, отсеивание кандидатов. Вот как нам коллеги HR говорят, мы же не можем 200 человек в день проверить, а вы можете. И отсеять случаи сомнительные. Мы говорим, да, ну тогда нам нужна ваша технология, они говорят. Она экономит время, да, она экономит средства, и она позволяет более уже точно и детально подойти к выбору кандидата. Да. Более того, она позволяет не приглашать даже кандидата в офис. То есть система может сама позвонить человеку по телефону. А, это вот эти видеоопросы, да? Не только видеоопросы, аудиоопросы. Система может позвонить человеку по телефону, попросить его отойти. Так называемый IVR. У меня сейчас сын проходил так, он поступал в школу, в компьютерную школу 21, которую Герман Греф открыл. Да, и у него второй тур как раз был вот этот вот опрос по телефонной связи. Ему задавали вопросы, он на них отвечал. Герман Оскарович очень интересуются этими технологиями. Мне трудно сказать, какие специалисты работают. Мои коллеги с ним точно работают. Вот. Но в области педагогической психологии. Но он очень любит IT-технологии. И там есть несколько талантливых людей. И они очень хорошую создали технологию вот таких дистанционных опросов. Вообще в Сбере интересуется нашей работой. Мы несколько раз туда ходили. Просто неповоротливая организация, очень мощная, с ними тяжело работать. Вот. А другие, кстати, банки, которые тоже на слуху, более современные, они запустили несколько пилотов. И, если со Сбером были проблемы, дать нам какие-то случаи. Они говорят, да нет, мы вам дадим уникальные случаи. Вот один банк российские, вы представляете, у них есть база данных жуликов, которые каждый месяц, каждый год, уже несколько лет звонят и пытаются взять кредит. Они их уже знают по голосу. Они их записали, дали нам, мы их проанализировали, говорим, слепым двойным методом, ни мы не знали, кто жуликоватый, кто честный, и разделили практически со 100% вероятностью тех людей, которые позвонили, либо, как говорят студенты, для прикола, либо обмануть, либо просто кто честно хочет взять кредит и волнуется. Вот, и вот эти технологии, вот наши технологии, эти случаи очень хорошо берут. Насколько ты естественно и волнуешься, и насколько у тебя есть задумка, душой какая-то ложь, мошенничество. Вот еще один случай хочу рассказать, где эффективны эти технологии. Это когда человек хочет получить компенсацию у страховой компании. Например, что-то случилось. И израильские коллеги поделились с нами такими закрытыми данными, значит, проведение, использование этой технологии анализа голоса после небольшого землетрясения в Венгрии. Ну, естественно, что-то на машину упало, у кого-то потолок там просел, трещины. И знаете, чем дальше от эпицентра, тем больше обращений и тем больше лжи. То есть хотели получить по мелочам, чтобы не выезжал человек, а просто по телефонному разговору там какую-то компенсацию они там 200-300 евро получили. Эта программа является очень полезной. А израильские коллеги не поделились с вами технологией, или вы работаете с ними совместно? Мы работаем с ними совместно. Почему так получилось? Они в нас нашли ученых. С ними работали раньше айтишники и безопасники. Специалисты спецслужб. Они взяли и мы говорили, что это непонятно, сложно. А нам удалось им разложить психофизиологические механизмы их метода, написать хорошее руководство, объяснить им, что означают показатели важные. То есть, по сути, вы создали базу обучения искусственного интеллекта. Да. Вы описали те алгоритмы, которые должны быть туда занесены для того, чтобы был результат. Верно. И второй момент. Есть же опросники и вопросы культурозависимые.
Мы, естественно, создали свой банк вопросов, особенно по оценке профессионально важных компетенций. Естественно, англичан нужно спрашивать одними словами об одном, израильтян по-другому, а уж как они мне сказали, в Бразилии точно по третьему. Используя свой собственный культурный код. Да, и мы провели адаптацию этих тестов, создали свое, достигли очень высокого уровня доверия, они нам ядро своей программы просто отдали, они даже не смотрят за нами, они верят нам, мы встречаемся, конференции, семинары проводим. В МГУ на лекцию его приглашал Амира Либермана, очень симпатичные люди. Замечательно. Это очень интересно, то, чем вы занимаетесь. Интересно, перспективно. Я думаю, что очень полезно действительно для разных сфер нашей деятельности. И то, что вы сейчас делаете, то, что вы, я думаю, сделаете еще в ближайший год-полтора, как вы запланировали, это будет очень интересно. И мы обязательно встретимся, и вы расскажете о том, чего вы достигли. И покажем. И покажете, да, потому что мне, как человеку, который являлся испытуемым в данной ситуации, было самой очень интересно на все это смотреть. И получить результат, тот, который я получила, он действительно был практически на 100% верен. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Спасибо вам большое. Большое спасибо и зрителям, за... и слушателям. Большое спасибо за ваш рассказ, за то, что вы делаете, за то, что эти технологии появились у нас в России, они используются широко, я думаю, будут использоваться еще больше. И, как мне кажется, спектр применения этой программы, он огромен. От школ, от работы с подростками, да, до каких-то крупных компаний и набора сотрудников. Да, вот следующее я хочу обязательно, у меня контакты, как у психолога, есть с соответствующими нашими специалистами в Министерстве образования. Проблема буллинга, мобинга, она очень важная. И заранее узнать проблемы потенциальные в школе. Для того, чтобы скорректировать. Конечно. Нам не нужно знать, Иванов, Петров, Сидоров что-то сделал. Нам важно знать, в данном классе, в данной школе есть проблемы. А это массовое обследование даст, и Министерство образования вот именно на эти технологии смотрит. Мне кажется, это вот тоже одно из направлений, за которым будущее. Спасибо огромное, спасибо, что пришли сегодня. Напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Николаевич Гусев, заведующий лабораторией, и Михаил Степанович Баев, руководитель проекта. С вами была я, Елена Женина, и до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания.